Лучший центр здоровья в Клину. Так решило жюри областного конкурса. Вдохнули, а в трубку, обхватив губами, выдохнули спокойно. Сегодня специалисты Центра здоровья на выезде ведут прием в деревне Некрасино. Здесь каждый желающий может пройти экспресс-обследование организма. Измерение артериального давления, пульсоксиметрия, анализ крови на сахар, холестерин, кардиовизор, спирометрия, измерение остроты зрения и антропометрия, рост, вес. Очень удобно, конечно. Приехали на дому, все, врачи, благодарны врачам. Врачи на колесах выезжают в отдаленные сельские поселения два раза в неделю. А стационарный и самый лучший в области центр здоровья работает в нашей третьей поликлинике. Прием ведут более 10 специалистов 5 дней в неделю. У нас новое отремонтированное помещение, полностью оснащенное новым оборудованием. Есть и пульмонолог, есть и кардиолог, есть и терапевт, есть и доктор, который рекомендует диетотерапию, в общем, стоматолог. Центр здоровья оснащен полностью. Здесь же работает школа отказа от курения. Есть пандус для людей с ограниченными возможностями, доступный подъезд и парковочные места. В том числе и эти критерии рассматривались на областном конкурсе Министерства здравоохранения. Клинский центр здоровья занял первое место и получил сертификат на 3 миллиона рублей. Мы потратим на дооснащение центра здоровья и мобильного в том числе. В следующем году клинские медики планируют побороться за звание «Лучшая регистратура». Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.